Всем привет! Сейчас будем добавлять нового героя, героев меча и магии 5. В моем случае это дополнение клинок Армагеддона. Возьмем, допустим, сэр Мюлих. Так. Во-первых, что нам понадобится? Ну, Венерар установленный. Если у вас ничего нету в героях изменений, то вам понадобится вот зайти в датапак через Венерар и скинуть папочку Map Objects. Сюда просто перетаскиваем. У меня уже есть с изменениями, поэтому не перетаскиваю. Далее нужен будет картинки, textures. И еще вот текст пак. Текст перетащить сюда. Так, ну что, поехали. Map Objects. Идем в папочку Heaven. Здесь у нас есть набор героев, вот они, значится Adv Map Hero Shared. Возьмем где? Кристиана. Ctrl-C, Ctrl-V, комбинация клавиш. Переименовываем в английское название. Сир Мюлич. Правильно, 2L, да. Копию убираем. Так, в свойствах убираем только чтение, на пока что, потом вернем. И вот здесь вот, что нам нужно поменять? Специализацию. Давайте поедем куда-нибудь. Опять-таки, Data, Map Objects, Inferno, Agrail. Вот. Специализация Furious, аура скорости. Она здесь понерфлена. Обычно добавляет 1% за уровень к инициативе существ, тут 0,5. То есть к 40 уровню будет плюс 20% к инициативе для существ. В принципе, герой превращается на 40 уровне в кольцо ауры скорости. Это уже более балансно, чем 40%, поэтому такая специализация будет. Класс рыцарь, базовый скилл, тренировка. Это у нас, если что, Кристиан, на самом-то деле Витторио в игре называется, а во внутренних файлах Кристиан, как в героях третьих. Вот он, парень такой, спец по баллисте. Так, нам нужен сэр Мюлих. Так, сейчас зайду в таблицу, вспомню, что я ему тут добавил. Вообще, по дефолту у героев стандартных, стартовых, всего 5 поинтов на статы, то есть, допустим, рыцарь это 1, 2, 1, 1, то есть вот 5. Но чтобы сделать их более ярко выраженными между собой, я решил добавить еще 2, то есть теперь 7 стартовых поинтов. И в скиллах тоже обычно у нас идет 2 поинта, то есть, допустим, вот защита, отражение, базовая, базовые машины, развитые машины. Я добавил третий, ну, у этих героев тоже надо будет потом добавлять еще один навык. Допустим, Марбасу там продвинутую защиту добавим и хватит с него. Так, поэтому у нас поинт на атаку, поинт на френзи, поинт на волшебство скорости. Это абилка, это аура скорости данной картинки. Она есть в папках игры, но ее нигде не используют. Мы будем ее использовать. Текс. Специализацию мы поставили. Здесь нам надо базовая скилл War Machines поменять на Offense. По-моему, правильно так пишется. Сейчас посмотрим. Да, Offense. Далее нам понадобится еще один сюда скилл. Ставим в конец, Enter. Три раза Tab, Ctrl-V. Mastery. Нет, стоп. Что нам там надо? Это нам уже не надо, кстати. Нам нужны перки. Вот здесь вот Hero Skill Frenzy. Копируем, если я правильно помню, вот так здесь добавляется. И здесь Fast and Furious, кажется, нет. Не помню, сейчас посмотрим. Делать нам легко. Это у нас Fiats. Warlock, по-моему. TX Offense, вот, Power of Hast. Давайте напишем.
только как оно интересно в данных значится. Сейчас посмотрим. Нет. Это заклинание. Ну ладно, пробуем так, если что. Будем смотреть, как правильно. Так, здесь фэлс мы ставим на баллисту. Нету баллисты у сэра Мюллиха. Специализацию добавили. Атаку добавили в перках. Боевое безумие и волшебство скорости. Статы. Статы у нас 1, 2, 1, 1 и плюс 2 единицы к атаке. Здесь вот мы ставим 3. И далее мы вернемся в Inferno. Map Objects, Inferno, Agrail. Вот здесь вот у нас идет специализация. Мы ее скопируем. Что тут идет? Текст, описание, название, name, описание и textures, картинка. Это все мы дублируем сюда. Так. Неправильно. Да, вот. Ну, соответственно, Ctrl-C, сюда Ctrl-V. Итак, мы специализацию сделали нормальную, но у нас по-прежнему еще фейс личика идет Виторио и еще одно тоже Виторио. Это лицо в бою и в открытии персонажа, героя. Это при старте, когда вот мы в менюшке выбираем город, выбираем героя, вот здесь эта иконка. Так, мы возьмем иконки, вот она, Цермюлих. Открываем в фотошопе. Он у нас, к сожалению, не совсем того размера, который нужен, 58 на 64, поэтому Ctrl-A, Ctrl-C, новый 64, окей, Ctrl-V. Бэкграунд можно удалить через Delete. Здесь Ctrl-T, зажатым Alt и Shift мы тянем общий размер до 64 пикселей, вот там мы видели. И теперь выбрать, как он будет изображен. Пожалуй, мы ему чуть больше шляпы дадим. Полностью или не полностью? Нет. Как-нибудь. Да, вот так и пойдет. Текс. Image size проверяем. 64 на 64. Далее мы идем. Data. Textures. Icons. Иконки. Heroes. Heaven. И вот здесь вот давайте скопируем Виторио. Так, сначала вот эту. Нет, вот эту. Ctrl-C, Ctrl-V. Переименовать. Вот тут Виторио мы заменяем на Сир. Блин, у меня капс стоит. Сир Мюллич. Если я правильно помню. Сир Мюллич, да. И убираем вот этот значок копия. Это есть. Сэр Мюллич. Сразу выходим. Ну, заходим в настройки свойств, убираем чтение. Вот здесь мы видим TIFF 4.8. Это будет важно уже в фотошопе, когда мы будем сохранять файл. Он должен быть таким, потому что если, допустим, мы сохраним в другом, иконка либо вообще ломается, либо она становится такая неяркая. Поэтому нужно будет именно в определенном формате сохранять обязательно. Так, здесь мы ставим, пишем, точнее, Сир Мюллич. Вот здесь вот тоже. Сохраняем. Вернем только чтение. Так, это мы 128 на 128 сделали. Теперь на 64. Ctrl-V, переименовать, копию опять убираем.
Так, свойства, только чтение убираем. Тут Виторию убрали. Опять-таки 64 на 64. Тут все описано, какой формат, какой размер. Все остальное это мы ничего не трогаем, просто копируем и заменяем название. Текст. Теперь мы идем в Photoshop. Файл. Этот файл у нас уже нормальных размеров. Добавим альфа-канал. На всякий случай, я не знаю, нужен он или нет, но у всех файлов есть альфа-канал, который в основном-то полезен, потому что там есть вот дырки, которые ничем не закрашены, и чтобы они просвечивались, нужна альфа. Так, мы добавили на всякий случай альфа-канал. Здесь мы выходим, создадим папочку. Сирмюлич, сирмюлих. Здесь будет проще копировать название. Так, 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 так. Вот это. DDS формат, у вас его не будет в Photoshop, если вы, у вас есть Photoshop. Ну, скорее всего. Чтобы он был, нужно в интернете писать, скачать плагин на Photoshop для сохранения в DDS формате. Так как я скачал этот плагин и поставил, он у меня уже есть. Здесь мы пишем, точнее вставляем скопированное про Витторио, только поменяем название. Сирмюлич. Все остальное вставляем. Вот выскакивает плагин. И нам нужен, помните, я показывал TIFF 4 восьмерки, вот он. Именно вот этот, не вот этот вот, а вот этот вот. Вот если этот поставите, будут цвета некорректные, он будет какой-то полупрозрачный, неяркий. Вот этот нужен. Сохраняем. Так, теперь мы скопируем этот файл. Он у нас 64 на 64. А нам нужна еще картинка для битвы. Ой, нет. New. Картинка для битвы нам нужна. Забыл выйти с альфа. Да, что ж такое? Ничего не понял, почему оно так? Вот. Вот. Почему-то только канал Грей создался. Странно. Так, вот у нас картинка 64 на 64. Фиксируем размер. Ставим 200%. Enter, enter. Вот у нас картинка нормальная. Здесь добавляем слой альфа. Заливка полностью 100% белый цвет стандартный. Альфа отключаем, переходим на RGB. Все, это у нас есть. Идем Heaven, идем Виторио 128 на 128, переименовать, Ctrl-C, выходим. Файл, Save As, выбираем DDS. Здесь мы вставляем, не забывайте точку DDS оставлять, иначе файл будет сломанный. Так, Sir Mulich, 128 на 128, тут 64 пометка. Сейф. Так, давайте проверим. Сир, сир, есть. Сир, сир, есть. Теперь мы это добро в иконках созданное копируем. Ctrl-C. Идем в папочку Data Textures Icons Heroes Heaven. Ctrl-V. Вот они появились между файлами. Так, с этим разобрались. Вот здесь вот мы создали, получается, картинку и ссылку на нее. Теперь в этом файле общем про Сира Мюлиха мы должны написать ссылку на эту картинку. Просто Сир Мюлих. И тут то же самое. Вот мы видим 128 на 128, а тут пометка 64. Это мы не трогаем, это вид героя,
рыцарь на арене, это его способ атаки, когда он пробегает, бьет эталон более на карте приключений. Вот это на арене, когда вы в битве, а это на карте приключений лот, более, менее, точнее, менее детализированная моделька. Так, что нам еще нужно? Специализацию поставили, описание специализации сделали, картинки и личико, аватарку мы сделали. Вот, имя и биография. Поехали сюда. Для этого нам нужен текст, game, heroes, persons, heaven. Здесь вот есть папочки, как мы видим, ссылка идет Persons Heaven Christian, название. Нам нужно создать папочку, назвать ее Sir Mulich, Sir Mulich, скопировать из другой папочки bio и name, совершенно любое, без разницы. Так, заходим в name. Сэр Мюллер, по-моему, я правильно назвал. Да. Так. Да, что такое? Вот. Биография. Копируем вот это. Ctrl-C. Ctrl-V. Сохраняем. Так, мы создали папку Мюллиха, имя создали, текстовый блокнот и биография. Игра не читает, точнее не воспринимает русские символы, поэтому все, что вы видите в игре из русского языка, это вот он напрям достает из текстового блокнота. И все. Так, сэр Мюллих. Здесь мы пишем также сир Мюлих. Это папка, которую мы сделали. А в папке еще есть имя и био. Итак, из важного сценарио hero или сценариев hero. Короче, здесь должно стоять false, потому что это не компанейский герой, а обычный. Если у вас будет true стоять, то вы его не увидите у себя в обычных битвах стандартных. Это у нас символ, как еще любят называть мододелы, юбка. То, что под героем светится кружок. Это трейсет. В общем, когда герой очень сильный, знаете, у него появляется след. Вот это след. Все, по-моему, все сделали. Рыцарь, спецуха есть. Имя спецухи есть, описание есть. Иконка есть. Иконка героя есть, маленькая тоже есть. По-моему, все есть. Ну и в игре посмотрим. Без ошибок никогда не получается. Вечно что-нибудь да упустишь. Так, мы закрыли, сохранили, ставим обратно чтение. Итак, у нас все есть. Прекрасно, но игра не будет видеть его пока что. Поэтому мы идем в Adventure Map Shared Group. Heroes. И здесь убираем с Heaven только чтение. Заходим, выделяем вот это. Ставим в конец строки. Enter. Два раза Tab. Ctrl-V. Здесь меняем на Sir Mulich. Теперь игра будет знать, что у нее есть такой герой. И он принадлежит к Heaven. Так, это мы сохранили. Также нужно еще зайти в папочку Any, тоже любой. Любой герой, добавить сэра Мюллиха. Копируем. Ставим вот сюда в конец. Ctrl-V. Вообще не обязательно вставлять сюда, можно в самый конец вставлять, но я предпочитаю сюда ставить. Так, Heaven. Это мы выделяем. Меняем на Sir Мюллих. Сохраняем. Ну, в принципе, это все, но есть один нюанс. Конкретно в нашем случае, потому что игра читает эти файлы, но если есть файлы в User Mods, она дает предпочтение им. А так как у меня на данный момент есть
мод на разблокировку всех героев компании. И там есть те ссылки, в которых нету моих данных, поэтому игра не будет их видеть. Мы должны зайти сюда. Вот, то же самое. Adventure Map Shared Groups в Heaven. И вот сюда добавить тоже. Если бы этого мода у нас не было, это делать не пришлось бы. Так как он стоит, он будет перебивать наши данные там. И так как в нем нету Мюллиха, то игра не будет видеть его. Так, вот сюда давайте. Ctrl-C, Ctrl-V. Сир Мюллих. Сохраняем. Сейчас он предложит перезаписать данные. Все. Есть. Итак, мы создали Мюллиха, сделали ему иконку, написали его статы, специализация, три скилла. Вроде бы все. Давайте зайдем, запустим игру. И посмотрим. Сэр Мюллих. Аура скорости. Инициатива всех существ. Армия героя увеличится на 0,5% за каждый уровень героя. К 40 уровню он будет давать 20% бонуса. К инициативе, соответственно. Запустили, смотрим. Вот иконка, как вы видите. Заходим внутрь. Тут иконка, все нормально работает. Основа нападения. Вот специализация. Нападение, френзи, волшебство скорости, описание. Все есть. Давайте проверим еще в битве. Вот он у нас с иконочкой своей. Все есть тоже. Отлично. Все, собственно, герой создан. Он теперь будет у вас при выборе в таверне, он даже будет попадаться. Так что на этом мы заканчиваем. Надеюсь, видео было полезным.